Никакого веселья в школе. Сдаем игрушки за учебу. Но ребята не хотят сдаваться так просто. Нужно лишь немного подождать. Кажется, она ночует в школе. Надо быть осторожнее. Тихо. Это тебе, Мила. Это Вити, а этот прекрасный бластер достается мне. О, нет! Эта ошибка может стоить нам многого. Есть много видов наказаний, но зачем выбирать одно, если можно попробовать сразу все в нашем новом челлендже? Подписываемся и ставим лайки. Вот так, крепко-накрепко. А теперь первое задание. Чтобы пройти его было легче, пригодится одна вещица. О, как же она может нам пригодиться? Это уже решать вам. А тот, кто справится первым, получит небольшой приз. Ого, достойная награда! Тогда начинаем. Время пошло. Да, ребятки, начало не задалось. Но кто же вырвется вперед? Кажется, это будет Мила. Упорство ей не занимать. Добралась я первая, а вот что делать с вилкой, непонятно. Кажется, она застряла. Ой! Берегите голову, обещают осадки в виде вилок. О, нет! Было близко, но мне повезло. Теперь только остается забрать свой приз. Не так быстро, Алекс. Ведь Вита еще в игре. И кажется, она что-то задумала. Уберите детей от экрана. Это настоящие ужасы. Какой кошмар! Ну, или не ужасы. Так или иначе, Вита уже почти выбралась. Я не собираюсь сдаваться. Приложим усилия и готово! Кажется, пупырки так не думают, Мила. Но ничего, повезет в следующий раз. А это уже мой звездный час. Я почти на свободе. Это оказалось не так-то сложно. Остается только забрать мой приз. Кажется, этот раунд за Витой. Можно наслаждаться заслуженной победой. А вот и победитель! Ой-ой, неужели я опоздал? Теперь уже точно не расслабиться. Алекс, не время грустить. Кажется, у меня появилась идея. Смотри, что у меня есть. Пузырьков тут даже больше. Ого, спасибо, Вита. Лопается точно так же. Теперь можно веселиться и не переживать, по крайней мере, мне. Ну ладно, продолжим. Итак, новое задание. А это должно вам помочь. All right, all right, all right. Это явно облегчает задачу. А призом будет эта прекрасная консоль. Сможете играть в нее сколько захотите. А точнее, до следующего задания. Пока что рано радоваться, надеюсь, вы готовы? Ведь мы начинаем прямо сейчас. Кто же будет первым в этот раз? Может быть, Алекс? Но, кажется, у Виты другие планы. Подвиньтесь, ребята! А теперь пора за наградой. Какой же из них? Какой из этих ключей подходящий? Может быть, этот? Нет, не он. Хоть это и подстава, но, может быть, это судьба? Кажется, он хочет меня поцеловать. Соберись, Мила, это твой шанс. Прости, Мила, кажется, ты не так меня поняла. Но зато мы быстро сможем освободиться. Нужно просто поддеть вот здесь. И готово. А теперь помоги мне, и мы сможем поиграть вместе. Ребята смогли найти выход из такой непростой ситуации. И кажется, уже на пути к победе. А как же дела у Виты? Давайте посмотрим. О нет, кажется, ключ сломался. А ребята уже тут. Можешь не извиняться, они тут явно не за этим. Но как же так? Неужели он только один? Не переживайте, ребята, у учителя есть идея. Теперь вы точно сможете сыграть вдвоем. А вот это уже другое дело. Давай, Мила, настало наше время.
Но сейчас будет только один победитель. И я буду рассчитывать на себя. Как же здорово! Сегодня не Новый год, но вы будете сверкать как елочки, а поможет выбраться вам этот инструмент. Мне нужно добраться до него быстрее всех. А вот это небольшой приз. Вау, вот это вкуснятина! Соберитесь, ребята, время пошло. На этот раз я буду первой. Но мне что-то мешает. Ладно, я как минимум уже ближе всех. Ну ладно, повезет в следующий раз. Смотри, Мила, у меня есть надежный план. Уж не знаю, насколько это надежно, но я постараюсь тебя обойти. Сначала ногу, а теперь осторожно вытаскиваем вилку. Пока ребята заняты, я начну двигаться к победе. Итак, пару движений и готово. Ага, я почти у цели. Я почти на свободе. Ура, я свободна. Во рту уже чувствуется вкус сладкой ваты. Ну и немножко пластика. Вита не хочет отдавать победу так просто. А чем же занят Алекс? Видок не очень. Но сейчас главное выбраться. План и правда сработал. Но рядом есть конкуренты. Кто же сможет полакомиться прекрасной сладкой ватой? Нет! Разойдись! Простите, ребята! Но я слишком люблю сладкое! Поэтому первый укус будет за мной! Ух ты! Какое наслаждение! Не могу остановиться! Девчонки выбрали необычный макияж, но их это волнует меньше всего. Алекс так увлекся, что не заметил появления усов. Неужели он съест все сам? Эй, девчонки, угощайтесь! Тут на всех хватит! Такой исход точно устраивает учителя. Ой-ой, так. Урок окончен. Это было увлекательно, вы все молодцы. Но, кажется, сегодня вам уже пора уходить. Встретимся в новом челлендже. Что происходит? Освободите нас! Еще чего. Вы должны освободить себя сами. А помочь вам может вот эта ручка. Кто освободится первым, получит коробку сладостей, которую вы видели у меня на столе. Но поторопитесь, потому что время уже пошло. Я должен выиграть! Я хочу вкусняшки! Точно! Зачем же так мучиться? Ручка и правда может помочь. Нужно только ее поскорее забрать. А почему именно ты? Я тоже хочу! А я? Думаете, я вам не помешаю? Еще как помешаю! Я тоже хочу получить коробку! Ай! Минус один конкурент. Нужно только эту зануду перегнать. Так тебе и надо. А тем временем я почти на месте. Я не позволю! Нет! Нет! Ого! Я тоже так хочу! Хочу выиграть! Хочу выиграть! Ой! Неловко вышло. Ха-ха! Кейси вонючка! Фу! Ну и запах! Это отвратительно! Извини, зубы мне помогут. Давайте, не подведите! Так, я выбрался. Наконец-то. Осталось только до приза доскакать. Кейси, а ты все лежишь? Ладно, давай я помогу тебе избавиться от скотча. Ты что сделал? Да я тебя... Да ты... А что такого? Я тебе помог. А если что-то не нравится, могу вернуть скотч обратно. Ой! Пока вы там скачете, я уже почти от всего скотча избавилась. Я не позволю. Приз все равно будет моим. Готово. Ты такой сильный. Умоляю, помоги мне. Ну как я могу отказать такой красотке? Спасибо тебе большое. Ты такой, такой доверчивый.
Наконец-то я добралась до вкусняшек, теперь вы мои! Эй, руки прочь! Да что ты делаешь? Мне же больно! А мне будет вкусно! Как я давно мечтала это съесть! Вкуснятина! Я и не думал, что ты такая нечестная и жестокая! Хотя бы леденцы заберу! Стоять! Леденцы тоже мои! Стой и завидуй! А вот это все очень кисло! Какая гадость! За что вы так со мной? Мерзость! Надо же! Кейси все еще валяется! В этом раунде вы должны освободиться от оков шланга, а поможет вам бутылка оливкового масла. Вам нужно постараться, потому что и приз вас будет ждать очень крутой. Новенький iPhone. Если хотите его заполучить, то поторопитесь. Я запускаю таймер. Время пошло. Вот это да! Хочу новый iPhone. Надеюсь, успею доскакать. А я постараюсь разгрызть шланг. О нет, мои очки! Я ничего не вижу! Ай! Так тебе и надо! О нет! Джули уже освободила руки! Нужно поторопиться! Вот вы, очки мои родные! О, кажется, я придумала отличный способ отцепиться от стула! Готово! Мои ноги наконец-то свободны! Масло мое! Значит, победа уже у меня в кармане! Какой ужас! Теперь Алекс будет вонять маслом, фу! Зато айфон получу тоже я! Осталось только сорвать с себя шланг! О нет, а что делать с ногами? А, готово! Ну что, девчонки, поздравляю вас с проигрышем! Привет, Алекс! Теперь мы вместе лежим на полу. Ну что, ребята, понимаю, что вам грустно это осознавать, но iPhone станет моим. Как давно я о нем мечтала! Ох, какие фотки теперь я буду делать! Улыбнитесь, неудачники! Неудачники! Сейчас я ей покажу! Ты что наделал? О, нет! Теперь он разбился! Посмотри! И все из-за тебя, Алекс! И кто из нас теперь неудачник? А вот смирительная рубашка, это уже слишком. Линейка может помочь вам поскорее освободиться. Если у вас есть мозги, придумайте, как выбраться. А бороться вы будете за шоколадный фонтан. Вкусный и очень большой. Ну что, сейчас я покажу мастер-класс по бегу. Посмотрим, как сильно ты ударишься об пол. Поторопитесь, кто первый, тот и заберет. Погнали. Вот так. Очевидно, что первый буду я. А? Вот это да! Было больно. Нужно что-то делать. Например, как-то освободиться от этой рубашки. Да уж, мне тоже надо. Может, зубами? Ну же! Ура! Почти получилось! И все благодаря линейке! А я и без нее справился! Ну что, теперь фонтан мой? Руки у меня свободны! Еще нет! Сначала сними рубашку! А вот я молодец! У меня получилось избавиться от рубашки! Готово! Джули, молодец! Теперь фонтан твой! Как вкусно пахнет! И вкус бомбический! Ну вот, а мы не сможем его даже попробовать! Как грустно! Ребята, идите со мной! Мы же друзья, так что и шоколад давайте съедим по-дружески! Какая вкуснятина!
Вот это да! Как это мило! Так, стоп! Уже пора на урок! Засиделись мы с вами! Ребята, вы все большие молодцы, но теперь пора учиться. Так что быстро все пошли на уроки. Какой я все-таки хороший директор. А ну марш! Подписывайся на Парара, чтобы не пропустить такие же классные и захватывающие челленджи. Ну а пока, пока!